Каспийске открылся самый крупный форум на Северном Кавказе в области интернета и информационных технологий «РИФ Кавказ-2017». Сотни участников из 7 регионов России презентуют свои бизнес-проекты. В течение 2 дней пройдут семинары с участием 120 ведущих экспертов в сфере IT-технологий, массовых коммуникаций и медиа. На открытии побывала и наша съемочная группа. В торжественном открытии работе форума приняли участие представители власти, крупнейших компаний ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и другие. Форум обещает быть насыщенным. Ведущие эксперты расскажут, как решиться и начать бизнес в интернете. Отрадно, что с каждым годом наш форум развивается, становится одной из ведущих региональных дискуссионных презентационных площадок в сфере интернета, информационных технологий, где формируются инициативы в области цифровой экономики региона. На РИФ Кавказ планируется затронуть такие темы, как государственная политика, интернет, медиа и социальные сети, а также интернет-маркетинг. Ключевой темой мероприятия в этом году станут новые возможности для роста малого и среднего бизнеса за счет информационных технологий. Хотим получить определенную, скажем так, помощь, содействие, консультацию в деле развития и продвижения наших государственных средств массовой информации в интернет-пространстве. Сегодня очевидно, это одна из наболевших проблем – отсутствие госсми в интернет-пространстве. Ну, есть, но не полное, скажем так, мягкое. Да? Вот мы очень надеемся, что результатом, одним из результатов вот нашего интернет-форума сегодняшнего, это будет как раз вот содействие продвижения наших государственных средств массовой информации в интернет-пространстве. Очень на это рассчитываем. После выступления гостей и презентации проектов состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между МФЦ Республики Дагестан и социальной сетью «Одноклассники» в области предоставления госуслуг. Мы хотим, чтобы людям было удобно, не выходя из социальной сети, получить от нас какой-то месседж, да, в виде текстового сообщения, написать нам, в том числе люди смогут нам писать свои предложения, что бы они хотели еще, какие бы услуги они еще хотели получать в МФЦ. Гости также расскажут о способах ведения бизнеса и личного продвижения на просторах интернета. Всего заявки на участие подали более 2000 человек. Завершится форум 14 сентября концертной программой на берегу летней площадки кинотеатра «Москва». Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурад Абдулазизов, телеканал ННТ, Каспийск.